А вы знаете о такой традиции, если уж мы их затронули, много пить, когда путешествуешь поездом, надо пить водку. Да, мне сказали. А вы так делали? Впервые, когда я приехала сюда, мне не предоставилось возможности попробовать ни стопки водки. Во второй и третий раз я поняла, что водка неплохо помогает в такую погоду. О, это точно. И после шоу мы как-то пошли в ресторан, и мой поклонник за соседним столиком кричал: «Кико, браво, браво!» И он опрокидывал стопку за стопкой, и мне сказали, что мне тоже надо выпить до дна. Да, стопочка. Я попыталась, и в конце концов обнаружила, что мой лимит — это 7 стопок водки. Сколько? 7 стопок. 7 стопок водки? Но после этого я уже ничего не помню, что происходило. Могу представить. Но вы маленькая девушка. Больше никто не пытался. Но я больше так не пила, но это было забавно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».